Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас очередной влог домашний. У меня очень много дел по дому. Там уборка, разбирание шкафа и все дела. С утра я просто составила себе короткий список дел, которые я должна проделать. Я купила специально блокнот вчера и решила, что я буду все это записывать как раз-таки в блокнот. И каждый день буду отмечать плюсиком те дела, которые удалось проделать. А те, которые не получилось проделать, я буду переписывать на следующий день. Тем самым я буду себя чувствовать более организованной и на самом деле буду больше успевать. Я это поняла достаточно давно, но раньше я все это делала в электронном формате на телефоне, но как-то подзабила. Но мне кажется, пора переходить на дедовский способ, который точно не подведет. А еще мне полчаса назад позвонил мой парень и сказал, что он сейчас приедет. И я так почувствовала, что он что-то мне купил. Мне интересно, что это. Надеюсь, это не подарок на 8 марта. А на 8 марта я сама выберу. Он мне уже который день говорит, выбери что-то себе на 8 марта. Я никак не могу выбрать. Я хотела некоторые палетки от NYX, кое-что из косметики. Но и ничего из того, что я хочу, к сожалению, в магазине не было. Поэтому это все лежит вот так вот мертвым грузом. Только зашла домой, вся в попыхах, и вот такой вот подарочек мне подарили. Я уже знаю, что внутри, но вы пока что нет. Здесь написано Angel. Вы знаете, что я ангел. И давайте откроем. Да-да-да-да. Но мне кажется, все уже поняли, что здесь 4 розочки. Я, кстати, заметила только после того, как мне показала мама, что здесь 4 и черная коробка, как-то странно. Ну да ладно, давайте не будем, девочки, придираться. Самое главное, здесь много всяких вкусняшек. Заказал для меня такую коробочку. Ну, мне кажется, чем цветы дарить, которые просто так вянут, лучше вот что-то такое, хотя бы съем. Мой любимый шоколад от Nesquik. Здесь мой любимый шоколад от Milka. KitKat. От Twix'а почему нету? Alpen Gold. И вот такое вот сочетание Alpen Gold'а и Oreo. Нутелла, ну, в общем, все, чай пить есть с чем. Закрываем и оставляем это в сторонке. Спасибо огромное, любимая, меня так радует. За кадром я поменяла постельное белье. Прошлое у меня, наверное, где-то дней 10 точно было. Наконец-то, что-то все никак руки не доходили. И взялась за этот органайзер. Хочу сюда поместить все, что касается маникюра. То есть, например, взяла этот органайзер, пошла делать себе новые ноготочки, чтобы ничего не искать, нигде не лазить. Не знаю, поместится все или нет, но буду надеяться, что да. Некоторые гели лежат прям вот так вот на полочке. Это немного неудобно на самом деле, поэтому хочу поместить в один небольшой органайзер, а этот Викс. Сладкий мой. О. Короче, надо что-то делать с этим. Возможно, некоторые я выброшу. Например, вот этот зеленый. Давайте посмотрим, какой как красит. То, что не нужно, надо избавиться. Раньше у меня все лежало вот так, но сюда все не помещалось. Поэтому аккуратненько будем перемещать все это дело сюда. Но здесь есть такой органайзер с мелкими блестками. Ой, порвала уже. Вот этот вот органайзер, который как ребеночек, я сюда уже поместить, наверное, не смогу. Здесь стразы всякие. Вот. Мне что, это все насыпать сюда? Лучше всего разобрать, я думаю. Здесь много чего того, что я уже давным-давно не использую. Поэтому лучше всего избавиться от того, что я не использую. Например, вот эти вот фрезы, они ужасные. Зачем они нужны? Годами просто лежат, занимают место. Да и много чего здесь такого непригодного. Все поместилось просто идеально. Здесь у меня гель-краски от Кани. С Алиэкспресс их заказывала. Очень хорошего качества. Прям плотное покрытие получается вместе с ними. Дальше здесь праймеры, топы и базы. Специально разложила сюда. И вот 3 штучки, которые у меня в ходу, которые у меня по половинке. Их я помещу куда-то в другое место, чтобы не путаться. То есть это все, что на запас лежит здесь. И цветное покрытие немножечко.
поместилось идеально. Я закрою этот органайзер, и он будет лежать сверху вот этого вот. То есть здесь еще будет лампа, фреза и так далее. И здесь еще такой небольшой органайзер, и здесь всякие стразы, наклеечки, бусинки и так далее. Все, что не нужно, я выбросила, оставила только все самое необходимое, так скажем. Все готово. Все разместила, поместила. Здесь у нас лампа, пилочки, полотенчика. Все как полагается, гель-лаки. И вот сверху я вот так вот положу наклеечки и закрою. Вот так вот как-то разместим. Мои хорошие, если вы помните, по-моему, где-то 2 недели назад я снимала для вас видео о моих ювелирных изделиях из магазина Sunlight. Новинки, которые я купила. Мне очень понравилось качество, и в дальнейшем тоже я буду приобретать только у российских производителей. Во-первых, мне очень нравятся модельки, во-вторых, мне нравится качество, и еще цены там намного доступнее, нежели чем у нас. Поэтому я предпочитаю покупать именно там. И вот много девочек мне писало в комментариях, также писало мне в Instagram, что им тоже что-то понравилось в аппликейшене, и они не знают, как это все дело доставить в Азербайджан. Я даже некоторым ответила в комментариях, но я увидела, что вопросов слишком много, поэтому решила его в влоге вам рассказать. Вы, наверное, не знаете, что есть страница Sunlight Baku, это крупная организация, которая занимается как раз-таки доставкой любых ювелирных изделий из России в Азербайджан. То есть вы можете выбрать что-то из Соколова магазина или из Sunlight, любой другой производитель, не имеет значения, все это вам доставят в целости и сохранности. Они работают в этой сфере уже более 4 лет, поэтому вы спокойно можете доверять им на все 100%. Доставка занимает от 7 до 10 дней, где-то ориентировочно. Вот, поэтому, если что-то понравилось, то нужно себя радовать, баловать. Скоро 8 марта, поэтому обязательно покупайте и пишите, кстати, артикулы мне внизу в комментариях, чтобы я знала, что именно вы выбрали. Я спросила у мамочки, что же тебе подарить на 8 марта. Мама сказала, лучше дай мне денег, я пойду себе куплю клевую посуду. Правда, немножко она пыльная, вот, но не суть, просто решила вам показать. Купила она такие вот, я не знаю, как называются, миски для десертов. И, к сожалению, одна оказалась с трещиной. Вот не знаю, в магазине мама не заметила, а дома мы уже заметили. Поменяют ли ей или нет, не знаю на самом деле, но надеюсь, что поменяют. И не скажут, что это вы сломали в процессе того, как ехали домой. Дальше вот такой бокал купили новый. Он, кстати, не дешевый. 4 маната стоит. 1 всего лишь. Еще вот такую вот вещичку. Это, видимо, для духовки. Небольшой размер. И еще кое-что есть. Просто все запаковано. Возможно, чуть позже вам покажу. Поздравьте мою мамочку. Ей поменяли. Мам, что сказали тебе? Да ничего, никаких проблем. И еще мама купила еще один такой бокальчик. Но эти вам дороговато, конечно, получается. Ничего они не стали предъявлять, что вы по дороге сломали? Не-не, мы еще поменяли. Ну как хорошо. В общем, с обновочками тебя, мам. 3,90 стоят они? Да. Это со скидкой, да, 3,90 получается? Нет, без скидки. А, без скидки. Ну, вообще отлично тогда. Поздравляю, мамуля. С 8 марта тебя, как говорится. Я решила сегодняшний день посвятить уборке, а точнее разобрать это все дело. Я это делаю каждые, наверное, где-то 2 месяца, но все равно у меня образуется такой вот бардак. Хочу отобрать косметику, которую планирую закончить, как всегда. Все это аккуратненько разложить, вытереть вот так вот по органайзерам. Возможно, кое от чего избавиться, но там по ходу дела будет видно. Я частенько смотрю интервью разных блогеров о том, как они пришли к этому, к большому числу подписчиков, к славе и так далее. И большинство из них говорят, что это получилось как-то случайно, они не планировали, так получилось, что их видео начали залетать в топы и так далее. Я вот со стороны смотрю на все это и вспоминаю себя в
то время, когда я еще не была блогером, я всегда смотрела только бьюти-блогеров. Я просто обожала их смотреть и просто была помешана на косметике. И если честно сказать, изначально цель создания канала у меня даже была не то чтобы заработать. Я очень сильно завидовала блогерам, которым отправляют косметику просто так. Ну знаете, да, эти рассылки, которые отправляют всем блогерам, и там внутри какие-то новинки различных брендов. Я настолько хотела получать эти посылки, эти рассылки. Я считала, что это просто верх всего. Получать что-то бесплатно, ты блогер, тебе это дарят. Сейчас прошло очень много времени, я смотрю на свою кучу косметики, я понимаю, что это просто груз ненужный, который лежит у тебя в ящике. У меня еще неплохо дела обстоят, то есть у меня не настолько много этого всего. У некоторых там прям очень много, ящиками просто завалы косметики. Я просто перекручиваю это все в голове и понимаю, что этим бьюти-блогерам не доставляет никакого кайфа, когда им отправляют на обзор какую-то косметику, потому что им уже некуда ее девать, просто завалы косметики, и это уже не настолько ценно, как для меня было тогда, когда я была на первом курсе, смотрела на все это и думала, блин, как же все это радужно выглядит со стороны. И сейчас я понимаю, что хорошо, что в тот день не было в магазине палетки от NYX, потому что она мне совершенно не нужна. Ну честно, ну зачем она мне? У меня и так и дофига всего. Нужно стараться закончить все, что у меня есть, а не покупать. Это лишние растраты денежных средств на самом деле. Как я завидую этому пацану, который просто лижет свой кулак и живет себе счастливо. А меня ждет просто фронт работы. Я не знаю, как это все появляется. Я реально не знаю, откуда такой бардак. Я вроде стараюсь соблюдать порядок. Вот, что касается причиндалов для маникюра, это все мы разобрали, просто нужно поместить в шкаф. А эти все вещи нужно разложить по местам, что-то в стирку, например, кисти нужно обязательно помыть и так далее. И мы уже перейдем к шкафу. Но я не уверена, что я успею разобрать еще и шкаф. Но вот здесь уже порядочек. Посмотрите, как приятно, как красиво, не правда ли? Я поняла для себя, лучше всего просто не смотреть бьюти-блогеров, чтобы не совершать необдуманные покупки. Я из тех зрителей, если я увижу, мне обязательно нужно купить. А насчет порядка я вам скажу так, мне конкретно не хватает пространства. У меня маленькая комната, и даже подписчицы, когда приходят ко мне в гости, они думают, блин, на видео твоя комната кажется просто огромной, а в жизни у нас очень маленькая. И на самом деле у нас проект квартиры очень неудачный, вроде бы квадратов много, а места на самом деле очень мало. У меня огромный балкон, огромные коридоры у нас, но зато комнаты очень маленькие, места мне конкретно не хватает, но я продолжаю что-то покупать, радовать себя. Вот, что-то нужно с этим делать, а вот что именно, я даже не знаю. Придумать какое-то хранение, организацию, возможно, балкон застеклить и переобразовать ее в какую-то кладовку. Ну, в общем, не знаю, пока что не решила, но наверняка что-то придумаю в ближайшее время. Потому что соблюдать порядок, как вы видите, у меня не получается, а очень бы хотелось. Пока я делала уборочку, позвала меня мамочка. Она сделала вот такие вот пирожочки. Да, мам? Это пончики какие-то же. А, пончики с творогом, мягенькие такие. Класс. И смотрит параллельно мое видео здесь. Контроль, знаете, что я там говорю в видео. Вот, очень красиво. Правда, у меня на камере кажется, что они зеленые. Вообще, эта камера влоговая. Хуже снимает, чем моя вот эта вот профессиональная камера от Canon. Красота, нет слов. Сейчас посыпем сахарной пудры и буду пить чаек. Ой, 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 что получилось. Рецепт в скором времени будет на мамином кулинарном канале. Мама еще посыпала, полила сверху еще джемом внутрь. Но мне, если честно, кажется, что это было лишним. Но опять же, на ваше усмотрение, там, когда текст будем писать, надо тоже сказать, что это... Это по желанию. Да, это по желанию. Вот моя камера почему-то показывает их какими-то зелеными. Просто смотри, мама, видишь, какие-то зеленые. Но той камере прям передает, как на самом деле это дело есть. Поэтому что надо, мама? Покупать новую камеру. Мы тут с мамой рассуждаем на тему покупки новой камеры. И вы представляете, мама за.
чтобы купить камеру за $3000. Она говорит, бери последнюю. Главное, говорит, чтобы мои фотографии на обложке iCook'а выглядели как можно ярче. Неважно, сколько будет стоить камера. Я говорю, мама, за сколько лет окупится камера? За года 5, так. Вот здесь мой сына. Сына посмотрел. Окупится, не окупится. Самое главное, чтобы красивые фотографии были. Сына, посмотри. Посмотри на наших подписчиков. Он тигр у нас, это не кот. В общем, пробуем. Дегустируем, так скажем. Как, мам, тебе? Супер. Очень вкусно. Очень воздушно. А джем в самый раз. Не лишний. Мне с чем он нравится. Очень вкусно, посмотрите. Творог прям чувствуется. Мукбанг во влоге. Да, джем в тему очень даже. Феликс, что херня? Что такое грустное? Вы уже, наверное, приблизительно понимаете, насколько это вкусно. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки я съела с одним стаканом чая и один мама. Это было просто обалденно. Мам, ты волшебница. Можно я тебя сниму? Нет, ну жалко. Ну все, мои хорошие, я вынуждена уже с вами прощаться. Завтра, возможно, тоже буду для вас снимать влог. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Кстати, постоянно во влогах забываю записать концовку. У меня резко так обрывается влог, и часто вы пишете это в комментариях. Поэтому я уже смонтировала влог, смотрю, что концовки нету, и сейчас встала, решила заснять, попрощаться с вами. Всех люблю, целую, пока!